Ребята, всем привет. Вот у нас же стемнело. Вот такие вот фонари тут подсвечивают дорогу и окрестности. Но на водоеме на самом темно. Ребят, мы с Камрадом вдвоем решили испытать его новый, только-только приобретенный магнит. Вон он там. Значит, это у нас на 600 килограмм отрыв. Вот такой магнитик. Ну, в общем, сейчас будем делать забросы. Посмотрим, что здесь можно выловить. Воды открытой совсем немного. Здесь водосброс идет. И получается вот такая вот вымоина. Ну, а дальше уже лед. Я пришел, пока Камрада ждал. Тут была куча-куча уток. Они все вот туда перебрались. Вон они там вдалеке, но вам, скорее всего, не видно. Ленточки здесь заградительные. Мы их снимаем, потом обратно повесим. Ну и попробуем что-нибудь поймать. В общем, кидаем магнит с Камрадом. И вот такая вот находочка прицепилась. Только что. Видите, магнит на 600 килограмм отрыва. И тут у нас вот такая штучка. Это что, перчики какие-то, что ли? Смотри. Перчики. Подкова с глазом. Ну это просто жесть. Это ритуал. Это какой-то ритуал, 100%, глянь. Да ладно, забираем. Главное GoPro туда не уронить. Ну это отцепляется, короче, оно не сильно примагничивает. Ну да. Магнит тоже не сильно, короче. Это ты здесь выловил подковку? Да. А вот пока ты ходил. Угу. 2 рубля тоже. А, это отстойник. Ну да, отстойник. Здесь получается, может что-то собраться здесь. Заводишка на них. Ну да. Десятка. А, десятка. Ты что, какие два? Покупал. Это уже пошло, уже десятками пошло. Это уже пошло это. Тяжело, да, отлеплять? Ну да. Ну еще десяточка, ну тоже неплохо. 2011-го. Сохран хороший. Идеальный. Идеальный. Нормально. Все, камрады, возвращается видео по поисковому магниту на канал. Было у меня совсем их немного. Магнит пылится много лет, но теперь, наверное, будем кидать. Чисто. А там, наверное, поглубже, да? Ух ты, как ты. Где поглубже? Там поглубже, наверное. Там, да. Да, надо и туда кинуть попробовать. Ну как хорошо, он там прям по заиленному пошел, да? Ага. Но там может что-то быть. Ну, тоже так, да? Как заположняк. Видишь, я не могу пальцем одним снять. А тут там надо сбоку подбивать. Это посвежее, 2014 года. Двушка. Ну что, глубину тут метров. Это нормально. Угу. А вот эти балки, они ржавые, к ним получается сильно не примагничиваются. Ну да. Прям все они слоями сходят с них. А, так оно тут проходит по ним все равно. Получается. Я же тут ничего не
Да, да, здесь, наверное, не будет. Попробую еще разочек, там, пару разочков туда. А потом, наверное, пройдемся еще вот тут по вымоине, попробуем покидать. Там кто-то с фонариками впереди, он прет. Лыжники, наверное, запоздавшие. Да, лыжники. Там же пляж за этим, за поворотом. Да, да, я знаю. А еще тут пляж, короче, тоже он там. Он как бы старый, блин. Ну это. Ты ж ходил там, да, по воде? Ходил я. Ну, класс. Прибором ходил, короче. Без прибора ходил. Опа, что это такое? Подкова на счастье. Подкова, да? Обалдеть. Ручка такая. Обалдеть. Это какая-то... Ручка такая. Это какая-то трубка такая, да. Ага. Мешок. Не. Блин, я думал, нифига себе. Веревка тебя скользит на морозе. Вот, ты там что-то зацепил. По илам зацепил что-то. Что-то зацепилось где-то. Сетка, что ли? Это вопрос, ты знаешь. А в них там что внутри? Золото, броня. Тряпка какая-то, мешок. Ну там внутри же может быть что угодно, а? Там не дохлятина хоть, не? А вот в песке, а в песке кольцо или цепура? Мешать не вредно. А в песке песок. Ну да, и камни. Да, это просто мешок там был, ты мешок зацепил, получается. Мешок просто песком набил. Ну все, ребят, откидали мы с комрадом магнит на сегодня. В общем, что нам попалось? Ну тут мелочь всякая. Проволока, куски ржавого металла. В общем, тут ничего интересного. Из более крупного и тяжелого вот такая вот Т-образная железяка. Ха, кстати, Володь, иди сюда. Глянь, к ней прилипло, как деньга, ты видишь? Прям при это самое. Ну это промерзло, видать. Да, вот. Значит, покладем ее вот сюда. Вот такая вот, значит, Т-образная железяка. Вот такой вот уголочек. И из самого тяжелого вот такая вот труба. Далее этот хабар я расложил на ржавом листе металла. У нас 4 замка. Вот они, 4 замочка. Один ключик. Вот такого плана. Один ножик грибника с коротким лезвием. Ну или рыболова. Потом вот такая вот керамическая пивная пробка. Вот видите, что здесь написано. Не знаю, ребят. Скорее всего, конечно, она современная. Но там, кто его знает, надо будет эту фирму пробить. Вот это вот подковка с глазом и красными перцами. Вот. И вот такое вот количество монет. Тут чего только нет, ребят. Ну, все, Россия, ходячка. От 1 копейки до 10 рублевиков. Есть прям в хлам убитые. Вот, например, как вот это, вот смотрите. Она превратилась с виду как будто в билон. А это 10 копеек. Вот они. Георгий Победоносец здесь, все дела. А с виду как билончик, да? Ну, к сожалению, билончики... На поисковый магнит не цепляется. Ну все, ребят, будет теперь, я думаю, больше видосов. Конечно, ближе к весне по поисковому магниту. У комрада есть, у меня есть свой магнит, послабее, правда. Будем снимать, будем кидать. Все, ребят, до новых встреч, пока.